Куда же передача? Ну, передача Батчику, только он уже уехал из зоны. Он стоял возле красной линии. Зато сам Патрик шайбу сюда вернул. Вчетвером идет атака и 4-2. Ну что ж, не забили в большинстве, забили в равных составах. И это сделал Патрик Лампе. И опять молодцы. И опять молодцы хозяева. Кстати, заметьте, что второй гол и второй момент создал Патрик Батчик. В первом случае набросил и там добил с близкого расстояния. Шайбу Лампер. И знаете, вообще по большому счету то же самое. Батчик отдал Лишке, Лишка только бросал. Да, там еще клюшка, может, немножко помешала. И на добивании очень хорошо сыграл Патрик Лампер. Дубль таким образом делает 63-й номер.